Что тебе надо? Это твоя последняя вечеринка, дрянь. Женщине всегда приходится выполнять мужскую работу, а вот и наша женщина, Хелен Хайт. Теперь вам следует разработать депилятор. О, мой Ричард. Я изобрела духи не для мужчин, которые считают, что знают, чего хочет женщина. А для женщин. Это Ричард. Слава Богу! Хильда, вы умеете устраивать вечеринки? Бог мой. Сработало. Джекс, ты себе не представляешь, что значит 45 стать гетеросексуалом? Я вернулся. Это же я. Что было в этом коктейле? Так я и знала, Оливер. Тебе всегда нравились женщины с яйцами. Где же она? Она... Ну, куда она делась? Миссис Унтервельд, это я. Это я. Хелен Хайт, это я. Чтобы создать эти уникальные духи, мне пришлось раздвоиться и стать женщиной. Перестаньте меня щупать. Прекратите. Мне приходилось одеваться как женщина, чувствовать себя как женщина, жить как женщина. Потому что в каждом из нас есть немного от женщины. Мне надо выпить. Браво! 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 Давай уйдем отсюда. Это покруче Дэвида Копперфилда. Ричард, ты чуть не убил меня. А ты хотел меня изнасиловать. Я хочу принять ванну. Как тебе это удалось? Ты никому не говорил про меня. Ты оказался очень непослушным мальчиком. Помнишь, ты просил повышения оклада? И должность. Должность и лаборатория? Личную. Личную. Твою личную лабораторию, все, что нужно для работы, все, что пожелаете. Все для вас. Ты слышала? Да. Я приступлю через 3 недели. Так как у меня будет медовый месяц. Мы тебя подождем. О, нет.
Чёртовы трусики. Не говори мне об этом. Конец фильма.